Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru XV. Ремонт правого заднего крыла и задней двери. Начинаю ремонт. Разбираю. Разобрал заднюю часть. Ремонт буду делать при помощи споттера и сварки. Для работы со споттером удаляю краску. Сначала выровняю зазор между крылом и дверью. Теперь вытягиваю кант крыла.
Для продолжения работ мне надо подровнять край двери и установить ее. Дверь установлена, корректирую зазор. Зазор в норме. Теперь буду выравнивать плоскость крыла. Для проверки на крыло устанавливаю пластиковый молдинг. Стоит чудненько. Край крыла заливаю уловом. Уловом зальются дырочки от споттера. С крылом я закончил, теперь устанавливаю дверь и подровняю ее. Thank you.
Работа с металлом закончена, и моя работа тоже. На эту работу ушло 15 часов. Отдаю машину владельцу, а владелец все сдаст на покраску. Через некоторое время машина была покрашена. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!